Где мы находимся? Это Иосифский монастырь, рядом с аэропортом, здесь кладбище и аэропорт. Соответственно, бахает, соответственно, здесь доставалось ого-го как, ничего живого здесь не осталось в то время. И года два здесь так было. Сейчас тоже все близко, все рядом. А ведь в монастыре до сих пор идут службы. Вчера да, он останавливается, потихонечку стараются. Пойдем, бежим туда. Вот прилеты мы идем. Вот это все прилеты. На территории Иверского монастыря. Живет спокойное время, а так вот этот забор восстановили, не было ничего. Так приходят, многие монахи не уехали. Соответственно, служба иногда батюшка приезжает, служит. А вот кладбище, все разбитое. Там аккуратнее, там да. Лист не разорвавшись. Ага, не умер. Свежие? Вот свежие.